Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я вам хочу показать свой заказ интернет-магазина «Ивашка». Этот интернет-магазин уже на рынке 14 лет. И это огромный интернет-магазин, где представлено множество российских брендов, очень много различных товаров. И постельное белье, и одежда для детей, для подростков различных размеров, мужская одежда, в том числе есть канцелярия, игрушки. В общем, много-много всего за раз можно приобрести вот всем членам вашей семьи, все, что необходимо, плюс текстиль на любой вкус для вашего дома. Это очень удобно, и, кстати, этим сайтом у них очень удобно пользоваться. Единственное, что минимальная сумма заказа составляет 3000 рублей. Но на эти 3000 рублей там реально можно и канцелярию какую-то купить, и игрушки детям купить, и одеть. В общем, сделать такой достаточно полноценный заказ. Еще раз повторюсь, что минимальная сумма 3000 рублей. Внизу в инфобоксе я, как всегда, вам оставлю все ссылки, все описание, всю информацию. Так что, кому интересно, обязательно переходите, смотрите. Но там представлено действительно достаточно много различных позиций. То есть я нашла все то, что мне было нужно. И для старшего сына, и для младшего сына, и для племянника, и для своей сестры. Вот все то, что, вот знаете, вот когда нужны какие-то вещи, и ты прямо вот прямо в точку попал этот интернет-магазин. Вот, так что давайте вместе с вами сейчас откроем посылочку и посмотрим, что же я заказала. Итак, вот такая посылка ко мне пришла. Как вы видите, с котом сейчас будем открывать. Да, котейка? Он у меня очень любопытный. Сейчас все открою, девочки, разложу, чтобы не шуршать пакетиками, и покажу вам, что заказала. Давайте начнем с моих мужчин. Я, как всегда, продолжаю их одевать у себя. Вот, заказала своему... Ну, котейка, конечно, мне помогает. Заказала своему младшему сыночку вот такие брюки. Девочки, мне так они понравились. Это вот прямо то, что нужно. Вот просто 100% то, что нужно. Во-первых, мне очень понравилась ткань. То есть это такие уличные а-ля... Ну, что это такое? Коту тоже понравились. Такие, как спортивные... Ну, не спортивные, да, вот на холодную погоду штанишки. Здесь вот сделаны... Вот этот материал, девочки... Он не просто тонкая плащевка, а вы посмотрите, он такой плотный, прям плотный материал. Именно вот как вот, знаете, вот спортивная всякая одежда, примерно из такого же материала. Очень сильно мне понравилось. Я взяла размер 128, идет размер в размер. Здесь сзади идет по спинке, получается, резиночка. Это тоже огромный плюс, то есть не будет ничего оттопыриваться, одежда не будет вылезать. Очень мне понравилось. Кармашки идут. И здесь вот пуговка и молния. И что больше всего мне понравилось в этих штанишках. Здесь еще, кстати, отражающие, светоотражающие вот такие штучки. Что тоже немаловажно. То, что здесь идет внутри вот такой флис. Девочки, это идеальные штаны для деток в детском садике. И не только, мне кажется. Потому что не нужно поддевать никакие колготки, ничего такого. Просто вот он снял... штанишки, в которых ходят в группе, одел вот эти, и не холодно, то есть не промокнут, не будет ничего, не продувать ничего, и при этом вот эта флисовая подкладка будет сохранять тепло. Просто идеальные штаны вот для моего младшего сыночка. Честное слово, и качество вообще меня очень сильно порадовало. Вот эта вот ткань, это не какая-то тоненькая такая плащевка, да, которая обычно вот... Пару раз прокатился на горочке, и все, плащевки этой больше нет. Минус штаны, что называется. А именно вот такие вот классные плотные штанишки. Вот сейчас вот у нас начнется холодная погода такая. Влажная, мокрая, непонятно какая. Вот как раз на такую погоду сыночку моему будет очень тепло. Мне очень нравится, и котеечке понравилось. Ну, котеечке, конечно же, ему все нравится, да? Ну, а старшему своему сыночку я взяла вот такой костюм. Костюм идет размер в размер. Я взяла на рост 164. Он даже немножко великоват. Но не потому что, а потому что у меня где-то 158 примерно рост. Может быть, 158, 159. Вот так вот рост у сына. Ему великовато, но это хорошо. Потому что как раз и на следующее лето тоже он будет его носить. Идет здесь вот такие на штанишках вот такие вставки желтые, которые очень понравились моему сыну. Здесь вот такая надпись, манжетики. Он тоненький, не утепленный, но
Это хорошо, я как раз такое хотела. Вот, вот так вот здесь тоже, посмотрите, ну, все ровненько прошито. Очень понравился мне этот костюм. Тут тоже на рукавах вот такие вставки, ну и, соответственно, капюшончик. Костюм тоже очень классно, качественно сделан, такой хлопковый. Ну, черный цвет, все как они у меня любят. Идет размер в размер, то есть не маломерит. Ну и на своих мужчинах, девочки, я не остановилась. Решила еще своему племяннику. Моему племяннику 16 лет, будет уже 17 в феврале. Я ему заказала вот такую вот теплую толстовку. Я ему заказала в размере, вот видите, здесь XXL. Вообще размер, по-моему, 54 я брала. Да, размер 52-54 я ему взяла. Но я ему всегда беру побольше, потому что он любит, когда, вот знаете, так сидит оверсайз, когда свободно. Плюс еще, чтобы вот эту толстовку можно, например, летом носить в прохладную погоду, ну там весной, я не знаю, ну в общем вы поняли, да, на футболочку, на какую-то кофточку одеть сверху будет тоже супер. Здесь идет вот такой начес, она очень плотная, такая как это четырехнитка или как-то так она называется, да, вот эта вот ткань. Очень такая плотная, ну, классная. Я думаю, что ему очень понравится. Как раз должен будет приехать ко мне в гости, померит. Я думаю, что ему отлично подойдет. Но я вижу, девочки, это тоже вот по размеру. Я смотрю, что это не маломерка 100%. То есть размер в размер идет. И такой, ну, камера у меня придает цвет светлее. Он такой насыщенный, темно-синий цвет. Тоже обычная, без всяких рисуночков. Сзади тоже нет никаких рисунков. Такая базовая очень. Ну, базовая вещь, толстовка. Племяшке моему будет отлично. Ну, тут завязочки вот такие вот. Ну, так что и племяшку решила своего приодеть. И еще, девочки, заказала своей сестричке костюм. Вообще, у меня сестра носит 46 размер, но мы с ней что-то спорили, какой взять ей 46 или 48. Она захотела взять 48. Но мне кажется, мы с ней, конечно, погорячились, потому что идет размер в размер, не маломерит. Вот, ну, по крайней мере, на мой взгляд, да. Я вам померю этот костюм на себе. Это я и заказала вот такой костюмчик. Вот, померяю на себе, покажу, но мне кажется, это реально 48 размер идет. Она хотела, ну, знаете, такой костюм там для прогулок, ну, такой вот, да, чтобы он был свободный, чтобы на футболку сверху одеть, в общем, ну, такое вот. Поэтому она решила взять у меня 48 размер. Идет такая горловина, очень красивый вот этот цвет, такой, знаете, как пыльная роза, что ли, не знаю, пыльный розовый, не знаю, как назвать, но вот мне очень нравится вот этот цвет. Такая вставочка, тоже он идет тоненький, без начеса, вот такой, и идут штанишки, здесь идут кармашки, вот, и вот такие лампасики бело-розовые по всей длине брюк, и здесь, соответственно, вот такие манжеты, но тоже такой качество вот этого трикотажа, да, или как это назвать, этот материал, он такой очень плотный, то есть плотно сделан, тоже шовчики все ровные, вот. Так что вот такой костюмчик моей сестрички. Сейчас покажу на себе его. И вот, девочки, костюмчик моей сестрички. Вообще так смотрится, да, как будто бы он идет размер в размер. Нет, он на самом деле мне очень велик. А, здесь вот, то есть он такой, видите, прям совсем большой. И штаны тоже, видите, как у меня в складку, потому что они мне велики. Вообще у моей сестры полноценный 46-й, но я думаю, что ей будет хорошо. То есть он будет такой свободный. В принципе, то, что она хотела, да, здесь можно одеть под низ футболку. Посадка получается, видите, какая высокая. Вот здесь такие лампасики. У меня рост 1,65 м. И вот мне как раз. У меня у сестры что-то 1,66 м или 1,67 м, что-то в этом духе. Я думаю, что ей тоже будет отлично. Ну, потому что она обычно, мои штаны ей тоже подходят. Вот. Так что, в принципе, хорошо. Вот такие свободные штанишки. Симпатичный очень костюм, согласитесь, девочки. Я вообще люблю. И цвет вот этот приятный, такой пыльно-розовый. Вообще класс. Вот. Ну, и кармашки. Вот. Так что, если вы любите, чтобы совсем так свободно было, наверное, на размер больше надо брать. Но я бы взяла размер в размер, вот лично для себя. Вот. И кофточка тоже вот такая. Так что класс. Но мне, кстати, очень нравится. Расцветка такая очень приятная, да? И еще тоже для моей сестрички. И также мы взяли в 48 размере. Но хотя, мне кажется, вот эту вещь можно было уж точно брать 46-го. Потому что она также идет, на мой взгляд, размер в размер. Это такая достаточно длинная туника. У нее идет немножко такой закругленный низ. Но она хотела, чтобы было свободненько. Знаете, вот такое все. Такая надпись. И вот этот цвет, девочки, он такой...
ну, как бы такой розовый, пыльно-розовый, да, как он правильно называется, очень красивый цвет, такой ближе к бежевому даже, вот. В общем, идет вот такой рукавчик, вот здесь вот, вот такой, и тоже ткань такая, она немножко тянется, но очень приятная, мягкая, очень тоже мне понравилось качество. Вот 48 размера, сделано в Узбекистане, да, я так, насколько понимаю. Вот такая женская туника, материал лайкра супрем, вот так вот сделано, вот, но сейчас тоже покажу, как она смотрится на мне, вот, она ее брала для дома тоже, ну как, такая, вот, мне кажется, очень даже симпатичная, а котейка даже не подвинется ни разу у меня, да, даже не подвинется. Вот, девочки, туника, тоже она такая достаточно широкая, на мой взгляд, вот, и идут вот кармашки здесь, ну, как такое полноценное, мне кажется, домашнее платье, вообще отлично, вариант, или, в принципе, можно носить с какими-то леггинсами, да, ее тоже будет классно, но тоже она мне немножко великовата, это 48 размер, повторюсь, думаю, что сестре будет отлично, она то, что она хотела, чтобы было свободно, с тапочками дома, бегать. Но она такая очень прямо качественная, ну, то есть очень приятный у нее такой материал. Вот эта надпись, я не думаю, что она сядет, и костюм тоже думаю, что не подсядет, вот. Так что отлично. И цвет тоже очень приятный, он, видите, такой как бы розоватый, бежевый, то есть он не совсем бежевый, а немножко с такой розовинкой. Очень симпатично, мне кажется. И вот это вот такая контрастная темная надпись, у меня сестра тоже темненькая, как я, но не черные волосы, у нее тоже темненькие такие. Вот, мне кажется, очень классно. Видите, по низу, то есть она идет немножечко такая вот сзади более удлиненной, такой вот, да, таким кругом небольшим вот сделано. Ну, класс, мне очень понравилось. Для себя, девочки, вот сейчас смотрю, камера передает ее прям синий. Нет, это темно-фиолетовый, и вот это тоже фиолетовый такой цвет. Очень красивый такой, нежно-фиолетовый. Почему у меня синий? Камера? Это идет комплект, блуза и топ. Я взяла 44 размер, тоже потому что, ну, хотела как-то свободненько. Не знаю, сейчас померю, посмотрю. Состав блузы 100% полиэстер, топ 90 вискозы и 10 лайкры. Но топ, да, очень такой приятный к телу. Он прямо такой вот, такой мягенький прямо такой. Тоже сейчас примерю, покажу. Ну, то есть такой идет топ и прозрачная как бы такая блузочка. Рукава у нее идут на резиночке. Вот здесь вот. И по низу она просто идет. То есть можно, например, заправить ее, можно так носить. Ну, вот сейчас, наверное, передает правильно цвет. То есть она такая фиолетовая немножко. Не синяя, а ближе к фиолетовому. Очень, на мой взгляд, симпатичный такой цвет. Сейчас покажу на мне, как смотрится. Итак, вот этот топ. Я его одела с джинсами, хотя, на мой взгляд, можно и с юбкой, и с брюками какими-то, с чем угодно. Мне очень нравится. Он реально нигде не тянет. То есть он такой достаточно свободный. Можно его заправить внутрь, да? Вот. И будет уже как такая вот блузочка, да? Очень нравятся мне вот эти рукава. Но вы все знаете, что я люблю подобные рукава. Вот. Так что вот такой она получается длины. Маечка тоже вот эта. Сейчас я ее задрала сюда. Так. Маечка вот эта тоже достаточно длинная. То есть, видите, она докуда у меня доходит. Вот. То есть, заправить, например, в ту же юбку какую-то или что-то подобное. Она такая обычная, такая классическая, базовая, на мой взгляд, блузка, которую можно и в пир, и в мир. И цвет. Вот сейчас камера правильно передает цвет. То есть, вот эта вот маечка, видите, фиолетовая. А это такой нежный, не знаю, фиалковый, почему-то мне приходит на ум цвет. Вот эту бирочку надо будет отрезать. Вот, и очень-очень классная блузочка. И вот эти рукава, ну, я люблю такое подобное, вы уже знаете меня. Вот, мне нравится. Ну, и последняя вещь для себя, это 44 размера вот такая футболочка с помадкой от Chanel. Вот 44 размер, состав 100% хлопок. Вот такая вот. Мне очень понравилась. Она очень такая плотненькая и качественная, как трикотажная такая.
Вот, ну, базовая футболочка. Взяла тоже 44 размер, потому что не хочу, чтобы обтягивала. Хочу, чтобы было свободно. В общем, тоже сейчас покажу на себе. Так, и вот футболка, которая, как мне кажется, на мой взгляд, идет прям реально размер в размер. Потому что, видите, она на мне как достаточно свободная. Здесь вот, видите, сделано, что она приталенная. Очень приятная к телу, хлопковая, вот с такой небольшой надписью. Но это как базовая вещь. Мне очень нравится, что она именно вот так вот на мне сидит. Это то, что я хотела. Ну, как базовая футболка подо все и в первый мир, что называется. Да? Белого цвета так тем более. Вот, поэтому мне очень понравилось. И качество, то есть, видите, она не просвечивает, да, ни белье, ничего, ни тело. Поэтому вообще отлично, очень классного качества, мне понравилось. Так что вот такой вот у меня был заказ. Всех немножечко приодела, сестричку в том числе. Приедут ко мне в гости как раз тут на днях, и я думаю, что им все понравится. Вот, особенности мне понравились вот эти штаны. Там, кстати, на этом сайте есть и верхняя одежда, как я уже сказала, и, ну, прям качество, вот качество материала, девочки, вот просто, вот реально спортивная одежда. Мне, так что мне очень понравилось. Не забывайте, что всю информацию, все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.